Новые пассажирские платформы с навесами для защиты от дождя и снега, подземный вестибюль с эскалаторами, лифтом, надземный крытый переход с кассовыми блоками и туалетами. Таким будет современный пригородный вокзал с высоким уровнем пассажирских сервисов в лесном городке. Силами муниципалитета при поддержке правительства Московской области благоустраивают и прилегающую к железнодорожной станции территорию. Проверить ход работ приехал глава округа Андрей Иванов. В той локации вместо магазина и вот тех домов будет сквер. Да, прогулочный сквер. На данный момент окончен ремонт Салмановского проезда, уложена вся плитка на тротуаре вдоль улицы Центральная, обустроены стоки ливневых вод и полностью завершено строительство перехватывающей парковки на 100 машиномест. Здесь должно быть удобно, комфортно и подъезжать, и парковать машины. То есть вот эта парковка – это уже вот некий транспортно-пересадочный пункт получается. Обновленную станцию с благоустроенной территорией планируют сдать до конца текущего года. Сейчас на объекте задействовано 20 человек и 17 единиц техники. Работы уже завершены на 90%. Сквер у нас через 10 дней попадает в экспертизу, потому что это у нас субсидии города Москвы. Деньги переведены будут в августе, соответственно, в августе ставим план график и будем усиленно... Хорошо, то есть это скорее октябрь-ноябрь, да? В рамках инспекционного визита в лесной городок Андрей Иванов выслушал мнения и пожелания жителей. И еще хотел бы, конечно, там благоустроить к Минскому шоссе, чтобы немножко было лучше. Тропиночки тоже, чтобы до платформы дойти. И вот мостик, вот люди просят мостик через овраг. У нас там овраг, и он уже... Сейчас закончим, дайте посмотреть. Все замечания местных жителей глава учел, а часть уже взял в работу. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».